Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Lucid.ru, серебро российских заводов. И сегодня с нами завод Циркон. Очень хороший комплект. В прошлый раз мы его получили, и не всем хватило. Знаете, такая удачная моделька. С одной стороны, вроде бы классика. С другой стороны, есть в ней что-то такое, вот знаете, женское, такое приятное. И по размеру она как раз такая серединочка. Да? Для кого-то она рабочий гарнитур, для кого-то она праздничная. Ну, прям удачный вариант. Не очень тяжела, не очень тяжелые сережки на мочку садятся, кулончики, который подойдет к огромной массе ваших украшений, так как кабошоны, в принципе, достаточно распространены. Поэтому такой многоиграющий комплект. Ну и пойдем поближе. У нас с вами в руках чароид, красавчик России. Да, посмотрите, здесь шикарный камень стоит. Опять же, все камни у циркона без подложек, то есть это вот цельный кабошон, цельный камушек. Петелька у кулона очень хорошая. Посмотрите, какое значимое серебро, такое вот тяжеленькое. И есть небольшая выработка, такая относит нас к древесному орнаменту. Если вам понравились эти комплекты, у нас видите, какое разнообразие в этот раз, на нашем сайте lucid.ru, там, где лупа, вы вбиваете 10-109, и все цены у вас в руках и наличие. Если вам этого делать не хочется, делайте фотографию комплекта на WhatsApp, на номер отправляйте, мы вам все пришлем в лучшем виде, с ценами, размерами и персональными видео. Посмотрите, у сережечки как мило расходится вверх серебряный вот этот вот штифт, ой, не штифт, а серебряный узор, да. Немножко занижен штифт, хорошее открытие, и опять же центровка, то есть, видите, немножко изогнута, за счет этого сережки не заваливаются. И вес они 9,62. А по размеру достаточно большие, да? То есть 4,5 грамма на ушко. И колечко. Тоже универсальная вещь. Хорошо, что камень вот на такой серебряной подложке. Как бы он словно в таком одеялко его укутали. С тыльной стороны, еще раз обращаю, никаких камушков нет. И размер 17,5. Вы знаете, вот я на 17,5 надела за счет того, что все-таки там есть полость. Прекрасно как бы на мне сидит. Теперь мы смотрим, что у нас есть по наличию. Ой, нефритики. Обидели нефритики. Вот мы их первыми посмотрим. Знаете, какой красивый принят. Не нефрит, а принят. Ой, это гидрограссуляр. 18,5. Гидрограссуляр – это разновидность граната. Прекрасный совершенно камень. Посмотрите, какой красавчик. И размер 18,5. Меряю на 18,5. Сидят кольца удивительно удобно. Ну, в принципе, растянуть, если они вам окажутся маленькими, а камень понравится, растянуть совершенно не проблема. По нижней части шиночки разбиваются деревянным молоточком киянкой. Стоит это вообще недорого, так как серебро много, плотно его заводы трамбуют, это все позволительно. И вот такой вот кулончик. Опять хочу так поближе показать. Конечно, камнями, скажем так, надо любоваться, наслаждаться, заряжаться их энергией и чувствовать, слышать себя, как вы сами реагируете на этот камень. Если он вас привлек и от него уже уйти невозможно, тогда покупайте. Просто так читать всякие гороскопы как-то это немножко не то. Дальше мы смотрим красавчик лазурит. Посмотрите, здесь какой необыкновенный лазурит, и есть такие капельки перита в нем. Тоже 18,5, меряю аналогичным способом. Представляете, как красиво, какой-нибудь свободный. Вот я сейчас сижу в белой рубашке, например, да, и вот такой вот яркий, сочный аксессуар. И все, и костюм состоялся, и вы себя чувствуете по-другому, то есть ваш образ завершен, да. Украшения, в принципе, для этого у нас и существуют, чтобы, как капелька духов, добавить целостности образу. И в то же время, если вы наденете, например, вот такой сочный синий лазурит, то вы добавите образу энергии. А если вам хочется мягкости к той же белой рубашке, вы выбираете вот такой нежный коралл, он называется, собственно, кожа ангела, да, и становитесь такой маленькой, хрупкой, беззащитной, нежной женщиной. Это называется акценты в нашем образе. 18 размер колечко. Кстати, с розовым кораллом вот таким у нас пришло очень огромное количество украшений. Специально мы их прям готовили к весне, чтобы вас порадовать. Посмотрим еще отдельное видео. Посмотрите, какая прелесть. И сразу другая энергия, да? Вот так вот работают камушки. Дальше мы с вами смотрим натуральный лунный камень. Смотрите, какой красавчик. Попробую сейчас поймать. Вот на видео не всегда возможно поймать голубой оттенок, но он там есть. Давайте будем просто вот так вот знать, что он там есть. И тоже 18, на 17,5 чуть свободовато садится, но в принципе удобно, никуда не девается. И здесь опять, здесь, наверное, уже такой комплект будет уместен к более ярким, насыщенным нарядам, каким-то цветочным, например, принт, да, цветочный принт, или геометрия какая-нибудь у вас яркая там идет, анималистика.
Опаньки. И, пожалуйста, камень достаточно спокойный, ровный, но украшение, тем не менее, все равно будет завершать ваш образ. И последний мы смотрим белый перламутр. Есть любители белого перламутра. 17 размер колечко. Я, например, тоже обожаю белый перламутр, потому что с черными волосами, конечно, он всегда его видно, он выделяется. И опять белый цвет, ну, практически к любой одежде можно надеть. Так что вот такая, заходите, вот такая богатая палетка у нас сегодня от компании Циркон. Заходите на нашем сайте, заходите к нам в магазин, и мы поможем вам с выбором украшений. Всего вам самого-самого хорошего!